Добрый день. Антон Михайлович Рощин, руководитель проекта по тепломерному оборудованию, сотрудник компании «Аони Графит», входящий в химико-технологический кластер «Росатома». В химико-технологический кластер входят также компании АО ВНИИХТ и АО «Геритмет», компания, занимающаяся выращиванием монокристаллов и редкоземельными металлами. АОНИ «Графит» является основоположником отрасли углеродных материалов, более 1400 патентов. В советское время разработал технологии и внедрил на многочисленных заводах, которые сейчас до сих пор работают. В настоящее время «НИИ-Графит» производит углеродную, низкоплотную углеродную теплоизоляцию, высокоэффективную теплоизоляцию с низкой теплопроводностью в пределах от 0,09 до 0,22 Вт на метр Кельвин. Вот, изготавливаем его по техническим требованиям заказчика. Производим также углеродные конденсационные материалы различного значения, такие как нагреватели, обечайки, защитные краны. Вот, изделия специального назначения по требованиям заказчика. Имеем полный цикл производства, начиная от сырья, заканчивая конечными изделиями, механически обработанными на станках с числовым программным управлением. Вот. Также мы имеем производство графитов, мелкозернистый графит и изостатический графит. Занимаемся разработкой высокотемпературных тепловых камер для электровакуумных печей. Занимаемся разработкой их по техническим заданиям заказчика. Вот. Вплоть до температуры 3000 градусов. Имеем большой опыт в этом. Поэтому, если будут какие-то либо потребности у вас, обращайтесь, мы решим задачу на научной основе. Подходим к решению задач. Спасибо. Как вы проработали на мероприятии, как оцениваете в целом, может быть, аудиторию, общение с посетителями? Да. Посетители компетентные, задают интересные вопросы. Вопросы практического характера. Наши специалисты компетентно их решают. Практика покажет, как. Но мы уверены, что все потребности будут решены. Выставка понравилась. Спасибо организаторам большое. Вот, все было замечательно. Организация хорошая.